Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя – это полноценный интерактивный офис, который упрощает взаимодействие с налоговыми органами. Главная страница личного кабинета содержит наиболее важную актуальную информацию и является входом в основные разделы. Вы можете переставлять блоки на странице как предметы в обычном офисе и настраивать вид личного кабинета по собственному желанию. В разделе «Мой профиль» представлены персональные данные и сведения о вас как индивидуальном предпринимателе. Обязательно проверьте имеющуюся информацию и при необходимости отправьте заявление на ее уточнение. Рекомендуем подписаться на автоматическую доставку сообщений из личного кабинета на вашу электронную почту. Это позволит своевременно получать важную информацию и оперативно принимать решения. В разделе «Моя система налогообложения» вы найдете подробную информацию о налоговых режимах, которые вы можете применять, а также подобрать оптимальную систему налогообложения, наиболее подходящую для вашего бизнеса. В разделе «Моя почта» представлены сообщения, полученные из налоговой инспекции, а также удобный сервис для отправки сообщений в инспекцию. Здесь имеется большой выбор шаблонов обращений, которые помогут вам оперативно составить запрос или заявление. Например, вы можете подать заявление об уточнении невыясненных платежей или получить выписки операций по расчету с бюджетом. Очень важно, что сервис также позволяет отслеживать все обращения, направленные в инспекцию, и просматривать прямо из кабинета ответы на них. В разделе «Мои кассы» представлена информация о вашей контрольно-кассовой технике, зарегистрированной по новым правилам, которая осуществляет передачу данных ФНС России через операторов фискальных данных. Обратите внимание, что кассы старого образца здесь не отображаются. Раздел «Мои налоги и страховые взносы» содержит сводную информацию по расчетам с бюджетом и обязательствам по пенсионному и медицинскому страхованию. Здесь указаны задолженность, переплата в бюджет и невыясненные платежи. Вы можете проверить детальную информацию по всем видам налогов и страховых обязательств. Например, сумму задолженности по единому налогу на вмененный доход или за патенты, размер переплаты и операции по расчетам с бюджетом. В разделе «Камеральные проверки» содержится подробная информация обо всех проверках с указанием их статуса по всем налоговым органам. Календарь поможет вам отслеживать ключевые даты, важные при взаимодействии с налоговой, например, предстоящие сроки уплаты. Полный список доступных сервисов личного кабинета представлен в разделе «Сервисы». Здесь вы можете заказывать различные справки, выписки, акты, отправлять заявления и обращения в налоговые инспекции и многое другое. Набор функций может отличаться в зависимости от способа авторизации в сервисе. Для тех, кто зашел с помощью сертификата ключа электронной подписи, возможностей больше. Это связано с тем, что в соответствии с налоговым кодексом электронный документооборот во многих случаях предполагает наличие электронной подписи. Работать с личным кабинетом вы также можете через мобильное приложение для платформ Android или iOS. Войти в приложение можно с помощью того же логина и пароля, что и для входа в свой личный кабинет на сайте налог.ру. Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя – удобный и, главное, бесплатный помощник в вашем бизнесе. Используйте его. Берегите свое время для бизнеса и отдыха. Добро пожаловать!